Всем привет! Это мы возвращаемся в FM21. Низы, самые низы Германии. И будем выводить команду. Сейчас скажу, какую. Дёрнбург. В Бундеслигу. Надеемся, нормально будет у нас. Пока что у нас все хорошо идет с нашей командой. Ну, начало сезона. Кубки первую игру сразу просрали мы. Две игры проиграли. Потом победка, ничья. Победа, 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 победа. То опять проигрыш. И было две победы. Пока что вот так идет у нас команда. Селекция. Давайте посмотрим. Я уже не помню, кто у нас лучший игрок. Ну, кому-то мы платим баксы. Мало было подписано. Я посмотрю лучших игроков. Так, вот такого турка мы подписали. Турция, Германия. Скорость ускорения офигительная. По 12, ловкость 12. Игра без мяча 11. Решительность хотя бы есть. Завершение атаки. Хороший молодой нападающий. Вообще. Уважаю его, уважуха. То еще такой более-менее. Так. Ну вот австралиец мне тоже нравится, как его подписали. Скорость 11, ускорение 12. Природные данные 13. Командная игра даже 17. Работоспособность 12. Лидерство 12. Типа он лидер команды. Еще у нас такой хорошенький есть. Тоже немец неплохой мы подписали. Сейчас, подождите. Так, это молодой у нас вратарь. Ускорение 11, ловкость 11. Высота прыжка 12. Он... У него агрессия есть 14. Командная игра 17 тоже неплохо. Работоспособность 12. И решительность 12. Тоже такой среднячок у нас. Тоже еще есть. Давид. Давид у нас. Природные данные 14. Высота прыжка 13. Работоспособность 12. Решительность 11. Но мало. После Давида Кома еще брали. Ну вот, атакующий полузащитник левый. Техника 11, команда игра 11, 13, импровизация 11, координация 13. Еще один месяц. Первое касание 12. Техника 15. Лидерство 14. Импровизация 14. Координация 14. Тоже атакующий полузащитник. О. Это у нас защитник левый. Принятие решений 14. Работоспособность 12. Решительный. 14. Природные данные 13. Как это мы его смотрели? Лауза. Лауза, Лауза. Так, Лауза у нас молодой фланговый. Фланговый защитник. Командная игра 17. Принять решение. Решение 11, распособность 14, отбор 11. Он хоть отбирать может. Томас Хортинг. Такой молодой человек, координация 13, лидерство 12, принятие решения 11 и решительный 11. Так, Пазурек. Вот
Вот он мне нравится, кто тоже взял его к себе. Природные данные 16, координация 11. Принятие решений 13, работоспособность 11. Командная игра 16, агрессия 11. Ну, среднячок тоже такой. И последний клоны были делали этот его. Природные данные 13, импровизация 14, кабанная игра 13 и лидерство 11. Игра головой 13, первое касание 12 и техника 14. И вот и все наши трансферы пока что за этот клуб. Больше лучших не было трансферов. Но мы надеемся, еще будет. Просто надо верить в нашу команду. Надо по Европе раскинуть ссылочку, чтобы они искали хоть кого-то мне команду. И у нас скоро первая будет игра по счету уже 12. Против Турк-Мюсю-Кассель. Какого у нас с ними игра? 18 ноября, сейчас 16. Скоро, через пару деньков. Так. Потом опять через 4 дня, ну да. Посмотрим, кто-нибудь новый пришел нам. Так. Советует он. Мы возьмем, если советует. Он не хочет с собакой идти ко мне. Ага. Этот вратарь хорошо зашел. Тоже не хочет. Абрахам. Аргентинец. Я бы его взял. Он вообще бы сильно усилил. Но он тоже не хочет. И подпишешь, что у нас есть шанс выиграть. Посмотрим на эти шансы. Обманывает нас статистика или нет. Так, в тактику заходим. Один полузащитник у нас не сыграет. Хорошо. Вот. Про кого вам читал австралийца? Он не может играть. Подожди. Так. Пазик. Ну, он тоже такой среднячок. Пусть Пазик что ли играет. И менять надо Пазик. У нас есть заменитель. Новый будет заменяющий. Так. Ну вот наш. Пазик. Мы его забрали, знаете, из какого клуба? Нет, он часа, это наш родимый. Нет, я хочу построить, откуда мы австралийцы забрали. Походу. Из Хюден 2. Тоже из Германии. Так. Персонал у нас все забито, кроме двух тренеров. Ну, мы команду подготовили к бою сейчас. Главное, чтобы вы стояли. Надеемся, мы опять выиграем. Прыгать там нельзя. Мы пока что идем на третье место. Надо выходить в первое.
чтобы опять не играть в этом дивизионе. Мы же не хотим тут оставаться на века. Надеемся, прорвемся. Дальше. Тяжело всех играть это с Касселем на и Солтен. Вот самую тяжелую команду. Остальные так себе. С ними еще реально вытаскиваться. Встреча. Состава. Все пацаны готовы. Готовы рвать жопу. А чтобы нам не разорвали жопу. Ну, самый лучший игрок, мне вот этот нравится. Russian, Россия, Германия. Хороший. Статы не очень, но он мне нравится. Просто, что он русский. Так. Давай его еще подучим на другие позиции. Пусть Россия будет везде учиться играть. Этот у нас Манфред Домбрюсса. Еще не хотят вам забирать этот спор, обидно. Вот, сейчас у нас битва начнется за респект и уважуху. Господи, же надо сделать. Так, попробуем, что мы вам читать комментарии в матче. Добрый усе. Да. И опять кривой пас туда. Будем стараться выигрывать. Постараться. Так, мы в оборонке сидим пока что. Ну, вратарь вперед наш. Мяч. Выкина. Кузик. Дубер. Навешивает. Здесь играли. Пизик опять не передал плохо. Так, Шап, Брендер, Хартвинг, Шап и не забивает на открытом месте. Так, опять Месси у нас. Ну давайте отбивайтесь, пацаны. Отбор, где отбор от вас? Ну нам клепает Мирка Гиллес. Даже перейдем сверхатакующую. Может, с толку будет. Пропустили просто. Моя галактика не работает что-то. Справимся на 14 место с третьего. Так, тут нужно на... Давай, Брендер, Хартвинг. Физик. И на Бендера. Да Маруся делает глюха на Бендера, и он забивает гол. А есть счет 1-1. Очко берем пока что. 29-я минута. Глюха сделал русский чувак в немецкой лиге. Так. Бендер. Да Маруся. Дайбер. Дайбер не забивает. Обидно. Обидно, обидно. Так. Домаруса. Дайбер. Блендер. О, 5 косинул. Так, Камбер. Хартвин. Пазик. На Денбер. И он забивает гол. 2-1. Вот выходим вперед на один гол.
Давай мы их похвалим даже за такую хорошую разбивалочку. Так, в отбор пытаемся это так, отобрали. Блендер на таймбер. Таймбер на гопсу. Угловой только. Тамбур, опять никого. Ну, Доморуза. Опять никого. Так, Доморуза русский неплохо. В каждый первый тайм на семерочку отыграл. Одна голевая передача даже. Даймбер. 7-2. Брэндонер. 7-4. Это тоже неплохо. Я доволен, как складывается этот матч. Держать так. Пытаемся опять. Давай мы. Наступательный тур сделаем. Итак, видео. Портвинг подустал, устает уже. Средний. Много кого. Матч, потому что очень устал у нас выиграл. Вводим мячи, Арча. Сколько просрал мяч. Пока что держим нашу позицию мяча. Подожди, у меня что-то защитник там подустал. Замену защитника. Команду меняем. Так. Выйдет на место Коменда Вахсвуч. Вахсвуч. Он не такие мощные низкие, но все равно карьерка. Надо узнать воспитанный. Вахсвуч. Пошли. Так, посылочка на весик. Хороший бы, но не забили. Давид Вахсвуч выходит. Пацаны, отборчик делает. Хорошо пока что. Стараться. Так, нападающего поднимем. Давай подустал тоже. Это у нас Хартвинг. Кан. Выпустим Кан Георг. Турка. Так, и кто-то еще у нас даже один. Тебя лучше заменить. Так. Выпустим. Как его? Арен Харт. Кто еще бы? Чтобы Крауса заменить, но не на кого. Ну ладно. Принять. Пошли, все, типа доигрывают. Так. Так, отняли. Хансфирт. На Гурика, и он забивает, но гол не засчитывает. Турок сделал свой первый гол, походу, его не засчитали. Это хорошая передачка была. Так, в обороночке сидим. Вратарь наш тащит вообще крут. Опа, защитник Роуз. На Гюрика. Гюрик бежит. Но матч заканчивается. И мы побеждаем. 2-1. Да. Лучшие мы. Отличная игра, так держать. Мы чемпионами становимся понемножку. Никто не от нас не ожидал такого матча, но мы вырвали все равно на победу. Когтями и зубами. Так. Дебют хороший, да. Бацал, да, будет тяжело всего с ним играть больше. Но пока что.
Ищем людей, кто к нам пойдет. Следующая игра Хау. Но вначале была у нас с Игорем, мы проиграли одну игру 2-1. Мы должны отомстить в этой игре. Они идут на 16-м и на 3-м. Мы должны отомстить за все унижение. Я более команда собралась такая, кто может тащить. Из два дня с ними. Очень часто игры прошли. Ну, тренировки почти нету. Так, похвалим Дульбера. Он молодец играет. Артур Эльберг критиковать, что он вообще не тренируется. Пятьдесят на 50, кто же победит? Это вот тут интересный вопрос. Так, Тиотика живо все. А что там с вратарями у нас? 6-64. Заменим вратаря, походу. Слабоватенько. Выйдет Эльберг. Карьерка. Наш тоже воспитанник. Уральские говорят, значит, пусть он идет играть. Лекции. Жена пока что. Встреча. Посмотрим, как мы отобьемся в этот раз. Чоли. Идем-ка. Дальше разводить жопы. Имся, справимся. Мы фавориты, поэтому должны побеждать. Мы в желтой форме. Экспасовочка пошла. Шап. А, фланг. Но он плохо сделал фланг. Опять в обороночку идем. О, выбили хорошо. Хартинг. Ну давай. Пас. Ну сделай пас. Пазик. Шап. Комендо. Комендо на Денбера. Бьет, но не забивает. Кросса. Стена Бендера дать. Кройс. Хартвинг. Пазик. На Бендера. Шап подхватывает мяч, но не забивает. Обидно. Постараться. Ну, мы вышли на второе место. Это уже достижение. Так, обороны сидим. Зик по нашим пытается штрафной. Нам забивать. Так, идем на третьем месте. Нас пока что перегоняет Кассель. Так, ну, тут опять всех атакующих, что ли? Опа, да. Ну, оборона еле-еле. Тихо, опять пошел. Нам хотят забить.
Так, первый тайм 0-1, в один гол проигрываем. Офигеть. Составчик. Может, лучше рабочий? Давай замену сделаем сразу же. Уже мне поставить? Ну, давай. Вот этого новичка попробуем сделать. Попробуй пусть. Ого. Конечно, турка выпустим. Ну и вот этого можно вытащить. Вместо команды. Так, где у нас пи***? А нет, ты позиция. Так, где он еще может? Зон. Значит, переучиваем его. Что учить его надо? Тренировочку ставим. Центр. И него нападающий. Чтобы ощутимо мог хотя бы. Так. Что? Давай мы конфасту попробуем. Заминочка начнем. Тогда все. Им все не затащат. Постараться. Так, хорошо, шап. Пазарек. Что защиту вы подтупливаете? На второй. А, не защитывает, слава богу. Пацаны, где ваша сила? Сила немецких пердей. Курок, навешано. Финочи. Финочи. Перевоножка. Я ему дебют устроил, он шап. Курок пошел, вот хорошо. Курок навешивает. А Финочи и он опять косит. Маруса. Так, туда. Туда. Тоже посылочка плохая. Вообще тяжелый. Солдаты выиграют, я проиграю, это плохо. Так, ну, отборчик. Хорошо, обороночка хотя бы справилась. Постараться. Так, с ночи. Голову не заработал только. Хотя бы ничего выработать. Так, навес. Фигу. Кауса. Он чё дебил этот Крауса? Так, выбил. Плохо выбил, плохо, плохо. Так, туда, Френчи, Шап. Немец, турк не успевает обыграть. 1-0 принял. Бесит. В один гол бы забили. Эти мести пока что. Следующий нахуй.
Так, открой, составим. Да. Карас. Караса выпустим. Пусть Карас поиграет у нас. Скорость живая тут же, как и отбор, но он будет лучше. Я буду могу читать. Эту позицию. И вот после до следующего матча. Обидно, что они проиграли. Надеемся, матч мы просрём. Так, посмотрим. Бруно, бразилец. Хорошо бы его бы. Такой не еда перед вас вчера. Тебя. Послал меня куда подальше. Ты. Послал меня подальше. Ты. Я советую, значит, все оптимальные. Согласиться. С один форвард. Тоже бы хорошо. Он не Евросоюза. Ты пойдешь ко мне? Послал кто подальше, но этого бывает. Дурак поврежден. Вы охерели. Просто же его. Россиянин. Нет, россиян вылечится. Ну-ка раз. Жопы. Сюда поставим. Так, левый защитник. Защитник. Я не хочу ставить. Сюда, но не сыграл херово. Левый защитник. Вот какого поставим левого защита. А туда поставим. Так, раз не можем. Нападающего выставляем нашего. Вместо дуба. Это я бы поставил, но он обучающий, если еще найти не могу. Готово. Его можно взять, чтобы так этот немец точно не пойдет у нас.
Встреч в этот раз мы затащим хотя бы. Мы обязаны победить сегодня. Пошла игра, что ли? Посмотрим, пузик. Рендо. Панк наш. Посмотрим. Навешивает. Пазик наперед выпинывает. Отца. Пацаны, вы что, отобрать не можете? Братан хоть что-то сделал. Таки тоже там желтую карточку. Прайс. Кузик. Дамбар. Да че ты не забиваешь, Дамбар? Так, голову по нашему. Вот так. Хорошо. Беги за мячиком. Первый тайм 0-0. Команда придется заменить. Желтая карточка. Ладно, пусть в восторге. Порадуется на следующую игру. Плача выпускаем. Окей. Все, мы все готовы. Второй тайм пошел на замену. Давайте, отбирайте. О, вообще хардин. Вообще подкат идеальный был такой. Другой защитник получает желтую карту. Офигеть. Я не буду больше использовать. Да вы... Тим Бендер, ты чё, охренел? По боссу не отрабатывает. О, нападение где наше? Отбор, отбор. Ругать только надо за такой матч. О, фланги. Фланги у нас вообще страдают по-черному. Последняя замена дела. Пазик уходит на отдых. Уже ебись, пазик некем заменить. Можно опустить. Поднять. Вот тебя хотя бы. Защитник. А
на тебя придется. Способочка наша. Откроюсь. Шап не на кого-то. Ты, Тхебальд, я тебя вообще не понимаю. Стараться. Домруса. Так, Домруса, Тхебальд, Хортвинг. Что ты их забиваешь? Где ваши атакующие стили? Так, Хортвинг. Шап. Шап. Почти, молодец. Так, Доруса. Доруса. И Дорус подает. А Фенаринча. А там карточек дают и забивают. Вообще красавцы. 1-0 повели. Молодцы. Так, выбили наперед. Шап побежал с мячом. Пас по примеру. По нормальному мог бы дать. Так, вот бы видел. Так, защита сработала. Заработала. Молодец, защитники. Так, выбила, значит, карты. Не успевает. Так. Вот. Вы чё? Лазурк. Хартвинг. Бобруса. Триболт. Финанси. Домаруса навешивает. Какой навес? 1-0, второе место, да! Посмотрим, может сейчас еще один матч. Ну, получится еще матч, просто перемотаю на следующий видос. Это действительно особый момент, как мы рвем всех. Я очень рад, что они порвали в клочья. Размазали. Мы вышли на второе место. 28 очков. 14-й прошло. Хотя в первом бы тяжело его как-то надо обходить. Даже косяк перепрыгнул. Прошли выше. Так. Отходим. 7. Спасибо. Так. Люди, смотрите мой видос. Лайки от вас, если не жалко. И комментарии, что вам видосики понравилось новое. И как мои комменты новые были. Мне тоже это главное. От вас услышать. Спасибо всем за просмотр и до новых встреч.